Добрый день, уважаемые зрители сайта «Народный контроль». Сегодня представители общественной организации совместно с сотрудниками отдела полиции номер 7 участвуют в проводимых оперативно-профилактических мероприятиях «Контрафакт». Общественная организация, помимо того, что занимается защитой прав и свобод граждан, предпринимателей, также занимается выявлением разного рода правонарушений в различных сферах предпринимательской деятельности, в том числе занимается выявлением фактов реализации контрафактными изделиями. Сегодня мы находимся на Шарташском рынке, расположенной по адресу города Екатеринбург, улица Восточная. Значит, сегодня общественники произвели контрольную закупку. Товар, наименование которого — спортивная обувь, а именно кроссовки Adidas. В настоящее время вызваны сотрудники полиции. Продукция, которая лежит в свободной продаже, осматривается, описывается и будет изыматься. Вот находимся на самой торговой точке. Видим, что здесь торговая палатка. На торговой палатке на полках размещена спортивная обувь фирменных товарных знаков. А именно у нас в наличии имеются товарные бренды компании Reebok, Adidas, Nike, Puma, то есть вес, цвет самых известных мировых брендов в наличии по цене 700-1500 рублей за одну позицию, одну пару. Значит, рынок, который расположен на улице Восточной, 15, осуществляет реализацию как текстильными товарами, как промышленными, так и продовольственной продукцией. То есть здесь у нас находятся различные палатки, павильоны, киоски, лотки, которые размещены на данном рынке в ряд. И везде у нас идут продажи различными товарами. И выявили несколько торговых точек, где имеется наличие большой объем контрафактной продукции. То есть знаем прекрасно, что есть закон, который защищает авторские права известных мировых брендов. На товарный знак идет защита прав на интеллектуальную собственность. Реализация такими товарами без наличия лицензионного соглашения, без наличия договора правообладателя является противозаконным и карается по действующему российскому законодательству.